Как вы относитесь к сахару? Сахар – это самая большая зависимость. Ученые сравнивают зависимость сахарную с наркотической. И люди, когда попадают в эту ловушку зависимости, снижают интеллектуальные способности, увеличивают воспалительные процессы, снижают восприятие мира и вкус еды, и вкус жизни. И когда мы заменяем конфеты на сухофрукты и ягоды, то мозг соглашается, ну да, есть сладкое. Но первое время вы плохо чувствуете вкус еды, потому что сахар убивает вкусовые рецепторы. Убивает вкус еды, и вы только понимаете, что вы наелись полным желудком. Как только мы снимаем у вас зависимости, вы увидите, что ваша нервная система стабилизируется. Хочу вам сказать, если вы хотите увидеть истеричного ребенка, злобную жену или ноющего мужа, накормите их тортом, конфетами, сладостями. Вы через 30-40 минут, когда там сначала инсулин подскакивает вверх, вам хорошо, потом он резко падает вниз, и вам становится дико плохо. И появляются и скандалы, и слезы, и нытье, и недовольство жизнью. Просто включите в рацион на ежедневной основе сахар.